Стрим начнется очень скоро. Сейчас мы настроимся. Непонятно, пока идет стрим или нет. Подождем еще немного. Похоже, что не идет. Непонятно. Хотя написано, что идет. Не знаю. Попробуем еще раз. Блин, странно, не вижу своего стрима на ютубе. А, черт, стрим начался. Все. Все окей. Да, все, мы начинаем. Ну чё, всем привет. Это наш вечерний стрим Elden Ring. Сегодня особенный выпуск. Сегодня у нас последний босс этой замечательной игры. И как всегда, с вами я, недокачанный маг. У нас 111 уровень. Звучит, конечно, классно, 111 уровень, но по факту... Это не очень хорошо. Сейчас я проверю звук на ютубе, как меня слышно. Ой, у меня почему-то включился. Сейчас, секунду. Включилась эта фигня. Да, звук пишется. Отлично. В общем, да, мы дошли до последнего босса, и он оказался неубиваем вообще в принципе. И поэтому мы сейчас пробуем его убить. Я уже тут на самом деле миллион раз умер. Это просто будет... Просто еще одна попытка. Да. Привет всем, кто смотрит этот замечательный стрим. Еще раз скажу, мы пытаемся убить последнего босса в игре. Не убиваем его. Я плохо могу одновременно пытаться убить и разговаривать, поэтому поговорю после, когда сдох. Умирать мы сегодня будем очень долго. Очень много раз. Потому что этот босс... неубиваемый. Да, я пытаюсь его замочить со своей тенью. Вот этой капелькой замечательной. Здесь есть вторая стадия, вторая фаза, которая очень жесткая. Он превращается в креветку. И просто... Ой, вот этот жест... А, не по мне. Эй, парень! О, я не умер.
жесткая тема. И это была первая стадия, самая легкая. Пропустим заставку. Ну, короче, теперь он превращается в креветку, и вот эта стадия прям адская. Просто убьет людей. Как-то так, да. В общем, он делает 4 волны. И у них очень удобный тайминг, это неудобно уворачиваться. Вообще все очень удобно. Максимально неудобно. И на этом моменте можно порассуждать вообще о гениальности этой гениальной игры. Elden Ring. Ее гениальность, в кавычках, если что. Если не поняли сарказм, заключается в том, что я играю за мага. И вся игра за мага сводится к прожиманию одной кнопки, двух кнопок. Это каста одного скилла и переката. И короче, проблема в чем? Проблема в том, что к этому моменту игры у меня накопилось очень много магии. Так раз. Разных стихий. Ледяной там, всякой огненной. И... Да, вторил. Ничего, я должен сказать. Но проблема в том, что самая лучшая из них, это та, которой я пользуюсь сейчас. Она отнимает больше всего жизни у босса, тратит меньше всего маны, кастуется быстрее всего. И смысл мне использовать что-то другое в бою, ну его просто нет. У меня есть еще магия, но я ее не использую. И в этом, мне кажется, очень большое упущение данной игры. Потому что бои с боссом, они достаточно скучные и однообразные. Ты просто выучиваешь все движения босса и спамишь одну кнопку. Вот так. R1. Одна кнопка. R1. Все. Потом босс агрится на тебя, и ты уворачиваешься. Ты должен выучить таймер. Типа вот как сейчас он уже бывает пускает очень редко. Он пускает 2. Обычно он пускает 1, кстати. Это очень редко пускает 2, вот не повезло. Бежим. Ну как бы да, это спамишь просто одну кнопку. Я не знаю, здесь куча способностей, куча скиллов. Но используешь ты один. Я не знаю. Это тупо скучно и неинтересно.
мой бро просто бегает. Так. О, вот это отсюда. Ну все. От этого не увернуться, если ты находишься на расстоянии. Можно прыгнуть, но ты сдохнешь. Можно кувыркнуться, но ты сдохнешь. Единственный вариант это пережить, это просто либо быть вплотную, сделать кувырок ему за спину в этот момент. Либо быть очень далеко и попытаться наступать на эти линии. Но это очень сложно. Я так и не разобрался, как это делать. И мой стрим отличный, опять никто не смотрит. У меня тут один человек висит на стриме на просмотре, и это я. Я просто смотрю его с телефона. Вау, что он делает? Ну, зачем ты крутишь этой палкой? Я дал тебе замечательную магию, стреляй. Ну, он просто развернулся и, короче, сбрил мне предвидение. Да хватит стрелять в меня, говном, что ли? Я стреляю говном, дети. Гаун, я зашелся. Нет, не ту кнопку. Ладно, этот бой мы проиграли. Хватит бить мой день. Ах ты. Я выяснил это выдвижение, лол. Чувак любит поряд, а вот он. Это не смерть, только не меня. Да, правильно, бей его. Бей его в лизу. Отлично, она для этого есть. Потом хватит первую фазу, потому что на второй фазе он просто умирает. О-о. Блин, я кувыркнулся. Короче, я не знаю, как уклоняться от его. Так, я, кстати, прыгал, я пробовал прыгать. Не получается. Пробовал кувырок, не получается. Я не знаю, в чем прикол. Ну вот у меня, получается, осталась одна жизнь. Вау, 400, я там 400, 400. Самым мощным скиллом, который у меня есть. Самым мощным. Я снял 400, то есть, ну, как бы для примера, я, кстати, не знаю, сколько отнимают остальные, но явно меньше, ну, чуть-чуть, не сильно меньше. Короче, не знаю, может, я не докачан, может, я делаю что-то не так. Можно попробовать его сделать кристальный шпувал, я не знаю, можно попробовать надеть. У меня, кстати, посох прокачан на плюс 10, самый лучший. То есть как бы я не знаю. Да, вы можете сказать, что я не докачан. Это 111 уровень, как бы довольно маленький для конца этой игры. Но блин, как бы я пришел к этому боссу на таком уровне. Я убил всех прошлых боссов. Значит, я, наверное, готов. Как ты думаешь? Блин, непонятно, что. Хватит бить моего этого мона. У меня тоже хватит бить. Теперь четко уворачиваюсь, конечно, от него. Пахнет.
Блин, он просто отражает магию обратно. Убейте его уже, блин. Спасибо большое. Come on. Блин, просто вообще. Сейчас он будет скоро делать свою суператаку, которую нужно просто убежать. Он подлетит вверх. Вот она, да. Ну вот, да, вот так можно ее убежать. Только есть одна проблема. У меня почти умер мой телек, которого я призываю. Да, я еще долго жил в этот раз. Что-то он разбушевался, этот парень. Ладно, я сейчас без шуток. В этой игре. Я не знаю, может попробовать его бить морозом. Не особо поможет, но это максимум, что могу изменить. Вот я не знаю, как я разворачиваюсь. Это просто не возможно. Ну как меня бесит этот чел. Просто сделал максимально бесячего босса. Максимально. Причем, блин, я не знаю, он сложен. Он просто лень. Уворачивается бесконечно от этих молний. Будет этот удар, наверное, да? Да, сейчас будет удар. Ну где ты удар, давай. Я готов положить. Нет, я не готов. Я не посмотрел на свой ХП. Его было предельно мало. Блин, я не знаю, может быть надо что-то изменить в своей тактике. Этот скилл явно говно. А, может быть сделать чистый мили-билд? Не, наверное, плохая идея. Да? Можем попробовать сделать морозное оружие. Не знаю, у меня ничего такого нет больше. Можно сделать шляпу, которая увеличивает урон от мороза и проводить его морозом. Чисто так. Чисто прикол. Проверить. Да. Типа. Сделать такой билд. В таких случаях оставить пердушку.
Да, можно попробовать так. Эта шляпа увеличивает урон от морозов. А, да, и, кстати... Окей, можно сделать так. Будет больше жизни. Да, очень классно. Больше жизни, конечно. Лучше... Не больше жизни, но лучше так вот. Не останавливать. Эти бесячие заставки, блин, я очень злюсь. Это так же дерьмово, как и не морозов. Ну все, у меня опять не банк. И у моего двойника очень мало жизни. Того у меня осталась одна баночка жизни. Сейчас он пустит свой. Нет. Да. Нет. Да, сейчас он пустит свой скилл дурацкий. На моего двойника, наверное, да, на мой двойника. Короче, он сдох. С ним нужно попрощаться. Где ты, креветка? Да, он умер. Остались только мы с тобой вдвоем. Ты и я. Привет. Причем, блин, вообще просто ничего. Воу. Я как-то поворачиваю, я честно не знаю. Оу. Надо просто получится блокировать его атаки, потому что я все равно сдохну сейчас. Как бы... О, это огонь, нужно бегать. О, я научился уворачиваться от огня. Замечательно. О, ладно. Просто какой-то, блин, симулятор бега просто. Как бы, как мне к нему ходить? Получи. Вау, я ударил его. Еще ударил. Получи. Не попал. Приложи.
О-о. Симулятор бега. О, огонь, да. Комбинирует все атаки. Приветка, ладно, пощади. Не попал. А вот попал. А баночек у меня нет больше. Я не знаю, кто и как тут ворачивается. Безобразие. Симулятор бега. Ну да, как-то так. Блин, я не знаю, реально ли вообще его убить. Ближе к нему подойди. О, Артур, привет, я не видел. Ты слышишь меня, видишь? Ну, в смысле, не видишь, так слышишь. Короче, я тут хотел пожаловаться на этого босса. Блин, он такой просто... Не знаю, как его называется. Просто раковый босс. Короче, я сношу ему первую фазу. Довольно несложно, кстати. А потом начинается... Какая-то дичь с этой креветкой, короче. Креветка, она что-то вообще меня вымораживает. Фляги плюс 5 это мало, макс плюс... Да, я знаю. Наверное, я не докачан, я 111 уровень. Но, блин, я же дошел этим уровнем до этого босса. Значит, наверное, предполагается, что я могу его убить. Первый сложный, второй босс. Ну, нет, первый лох. Ну, знаешь, наверное, потому что на первом я переживаю. Смотри, вот сравни первого и второго. Смотри, первый пускает молнии, если дурацкие. Ну да, да, вот атака. Я вообще не вернулся. Черт, у меня опять этот осталось только. Ближе к нему подходило второе. Я, да, я сейчас попробую, я даже взял милишную атаку. О-о. Блин. Я не знаю, надо прыгать. Я, может, тупой, но мне, короче, вообще никак не вернуться от его вот этих вот штук по области. Наверное, надо прыгать. Но я вроде прыгал, хотя вроде не сильно получается. Вот это бесит вот просто. Фу, ушел. Вот это просто самая дичь. О, хватит стрелять. Еще когда он телепортируется, тоже бесит, очень бесит. Да блин, чё же он прадит маленький? Хватит, давайте забивать на тлей. Вот это бесит. И это бесит. Нет, это не бесит. На самом деле я просто не рассчитал таймер. О, правильно отвлекается на моего этого чувачка. Так. Да, можно прыгать. Окей, буду пытаться прыгать. Ну вот, короче, вторая фаза. Я сейчас даже возьму, я не знаю, милишную атаку, короче. Ловкость качал для мага. Я, нет, не качал. Ну, чуть-чуть качал, потому что ловкость влияет на скорость каста. Но это буквально потому, что уже больше качать нечем. Ну, особо. У меня 60 магия, ты так не помню, параметр называется. О, бежим. Так у меня просто колдовство, 40 жизней, 20 интеллект, 20 выносливости, по-моему. От этого можно вернуться вообще, вот сейчас, от того, что было? По-моему, это нереально просто. Понятно, ты сейчас не подойдешь к нему.
Вот такой бесявый, его вот сейчас можно, наверное, будет. А, ну да, он это будет отлично. Я не знаю, это просто нереально. Короче, нахер, вон. Не буду плотную бить, я буду... Че он делает? С кем он дерется? Камон. А, это бесячий, бесячий скилл. Да, ему этот, конечно, попался. Блин, он так бесит, что он телепортируется. Вау, надо же. Я попал по нему. Один раз, нифига себе. За всю историю человечества. Тот чувак просто идет, не попадает. Блин, короче. Плохой скилл. Что это, шутовенько? Кстати, до этого не ходил. Класс. А, без камеры, да я не знаю, у меня лицо такое напряженное. Что я подумал, что камера как-то не всем будет. Да хватит плывать, блин, как ему подойти, почему он плывает постоянно? Этого я не ожидал, честно скажу. Блин, как меня бесит вот эта вещь. Не знаю, может быть какие-то способы другие. Вот как ты выбиваешь, я не знаю. Как? Что с ним сделать тут? Окей. Шанс. Как бы, ну... Ну вот я против него выступил 3 раза. Ну что-то как-то толку не особо. Так я посмотрел. А он еще, кстати, не стрелял в меня. Вот этой штукой. Вот это я сейчас отразил. Ты видел просто? Мастерски. Ну я отнял у него, короче, половину. Кстати, не знаю, как за атака было странно, он чуть поднял лапу и раз меня ударил. Первый раз вижу такое. Ой, Лиля смотрит, нифига себе. А как Лиля узнала про мой стрим? Подписалась на канал, что ли? Короче, в общем, это была ошибка, его нужно убивать просто обычным вот этим скиллом. Великий осколок блестящего камня. Короче, да, я тут жаловался на эту игру, сейчас пожалуюсь еще раз. Короче, на самом деле, это очень бесит, то, что вся игра магом сводится к прожиманию одной кнопки. То есть у меня есть огромный выбор скиллов. Первый сложнее, второй нуб. Ну да, конечно. Смотри, короче, у меня есть куча магии, вот, куча, огромная куча магии, короче, вот, дофига. Я прям качал кучу ячеек, находил, чтобы... Но она все говно, короче, вот... Все, что не возьми, это все не катит против этого босса. То есть вот все вот это, оно хуже, чем просто обычная маленькая вот эта фитюлечка, великий осколок блестящего камня, который ты получаешь, типа там, я не знаю, блин, в начале игры, в самом там, на 5-м уровне. И вот этой хренью ты, типа, самое эффективное убивать боссов. Ну и последнего в том числе и так далее. То есть зачем тогда мне вообще вся эта магия? Я даже не пользуюсь. И не пользовался, в принципе, прохождением игры. Ну да, есть огромный лук, который ты натягиваешь 10 секунд, отпускаешь, ты получаешь урон 400, типа, наносишь. Вау. Вообще. Нет, короче, я понял, что не докачан.
А еще, когда маркет, когда воин не докачан, ты можешь вытащить, короче, на скиле. А когда мат не докачан, у тебя просто кончается мана, и все, как бы не качается. Типа ты недостаточно силен. Получает этот скилл, как он по мощности. Что за какой скилл? Сейчас. Короче, час будет в перерыве между боем. Потому что это очень напряженно сейчас. Все скиллы, я говорю, все скиллы, кроме этого, все скиллы говно. Как бы я использую самый лучший скилл сейчас. Вот эта вот тюлечка, которая летит. Все драконьи скиллы говно, короче. Все. Тут надо прыгать, да? Они все, короче, не канают из босса. Здесь единственное, можно... Вот это подстава. Все, получил. Чего? Комета Азура? Ой, слушай, я не знаю, я не получал такой скилл, я не знаю, где его получить. Я просто шел по локациям, два босса, дошел до последнего, мне не дали этот скилл, я не знаю, может, я должен там зайти в какую-нибудь пещеру где-нибудь в заднице мира. Но я не был там. Я не гуглил конкретно, где взять эту магию, где взять эту магию, которую давали мне в игре. Я как бы с ней играл. Ай. Так и давно летел. Промазал, что ли, серьезно? Привет, блин. Гад, видели, кто-то ТП остался мне? Вот от этого, да, не вернуть? Вот вообще никак. Если ты стоишь где-то вблизи. Блин, у меня было еще две баночки жизни. Ну, короче, я не знаю, по-моему, это попытки обреченные на провал. Но мне, если честно, просто нравится пробовать. Да, я такой чувак, я люблю, когда посложнее. Тело у него, у его меча. Маг Азур сидит после легкого босса. Да, может, нужно какую-то магию более крутую, конечно, но... Не знаю, какая есть. Да блин, все, я, короче, срал. Можно начать заново. Я даже лечиться не буду. Ладно, полечусь. Почему срал? Потому что... Когда ты играешь за мага, счет идет на счет банок. Идет на... О, надо прыгать. Ничего себе.
Короче, нельзя тратить банк. Да, может, стоит взять эту комету Азура и сначала взять ее, а потом пробовать его убить. Ну, потому что я чувствую, что этот осколочек особо не наносит урона. Блин, я видел, у людей была какая-то магия, короче, такой огромный луч, типа, он пускает луч, и ты должен держать кнопку, пока держишь, она стреляет. И вот он прям сносил прилично. А моя пуколка, я так понимаю, не особо сносит прилично. Кстати, зачем я эту шляпу ношу, блин, надо ее переодеть. Не попадайся. Гати, блядь. Повернулся. Да, спасибо, Артур, видел. Может, посмотрю позже. Блин, просто если у меня стрим называется «Последний босс», поэтому я, по идее, должен тут пробовать последнего босса убивать. Ветка, не уплывай. Кольцо. Скилл. Блин. Ну что ты стреляешь, чувак, ты не попадаешь. Вот
вот от этого, я не знаю, поворачиваться. Прыгать, кстати, тоже помогает огромно. Ну что еще? Вот, что-то новенькое полетело. О, огонь. Знаешь, в чем? Я понимаю, чем больше скиллов я поставлю, тем он больше будет юзать, но у меня все скиллы, они отстойные, они не подходят для этого боя. Тот, который я специально его оставляю один, чтобы моя слеза стреляла в босса вот этим скиллом, он самый эффективный. Если я поставлю другие, то он будет юзать эти дурацкие мечи и что-то еще делать. Короче, все, это все не круто. Единственное, что я не поюзал, что я забыл поюзать, короче, это руну. То есть я не использовал руны, может быть это поможет. Но они не усиливают мою, как бы, мою атаку, мою магию. То есть они просто, я так понимаю, дают. Где они? 18 рун, да, попробуем как-нибудь. Они дают тебе немножечко больше жизни, немножечко больше маны в целом. Короче, да, если я поставлю много скиллов, чувак мой начнет стрелять там из лука, кидать в какое-то морозное облако, и там, не знаю, куча всего. А последний босс, он, если человек не уязвим, то, ну, короче, у меня нет таких эффектов. То есть яд, кровотечение, у меня не кровотечение, яд, еще. Короче, яд он там не уязвим, морозный не уязвим, что-то креветка, которая... Так что скилл он самый эффективный. Я не знаю, у меня есть одна какая-то руна и... Не, не одна, у меня есть, на самом деле, я собрал несколько этих скиллов. Ты бьешь босса, типа, собираешь по всему руну. Но когда захочешь меню выбрать руну, то мне дает только одну руну выбрать. Я не знаю почему. Сейчас посмотрим. Кстати, не убивал вот эту тетку с мечом, на которой ты там долго сидел. Я вообще до нее не ходил дальше. Я не знаю, почему этот последний босс, если честно, вообще непонятно. Почему мне вообще дали с ним драться, если как бы я еще много чего не сделал в игре. Сел, давай завязывай. Финал босс очень легкий. А, где он легкий, если я отнимаю 3, вот я стреляю ему 300, 600, ну короче по 300 урона я стреляю вот ему. Ему насрать. Где он легкий? Какой, в каком месте он легкий? Конечно, когда там он в каком-то уровне его убивал. Как бы, может быть... Когда там, у тебя там уровень под 200, то может он и легкий. Что это такое? Первый раз лучше такую атаку. Как бы, когда у тебя 101 стоит и маг. То как бы легкий. Я не вижу, что он легкий был. Я вижу, что он жирный, что у меня тупо, я не знаю, мана не хватит убивать.
Какие криты? Тут нету такого понятия, как криты у магии. Магия наносит постоянный урон. Нету понятия криты для мага. Да и, по-моему, тут вообще нет понятия критов. Тут есть понятие кровотечения, которое накапливается и потом проклятие снимает дохерища жизнями. Здесь всякие эффекты яда, там, далее, то, что сейчас, в принципе, нет. Чё, вот и остались мы одни из лосов. Я не знаю, что что-то произошло, но я просто не знаю. Ну, серьезно. Понятно, ты говорил каким-то там 180 каким-то уровнем, блин, у тебя слеза была там такого же уровня, наверное, прокачивал. Ну, как бы, блин, я не знаю, я... Мне кажется, ты сносил у него просто побольше урона наносил. Не по 300, наверное, ты его убил, да, с магией? Я не знаю, со скольки ударов он тебя убивал, но... Меня он убивает двух. Блин, жалко нельзя чат вывести на экран. То такое ощущение, что я с тобой разговариваю все время. Вот. Почему ты не вернулся, блин? Сколько ты примерно бьешь по боссу, ты помнишь? Блин, мы должны давать ачивку за то, что ты очень пытаешься. Кило, меча на полтора. Ну конечно, блин. Смотри, я стреляю по нему, вот попал. 600. Не, ну 600 так ничего. Если учесть, что ты говоришь, что ты включаешь по полтора-два, но я с твоим камнем. Опять отвлекся. Да блин, как от этого говна уворачиваться? О, да-да-да. Мне нужна другая магия. Мне кажется, просто у этого чувака сейчас на очень много жизней и защиты. И тут не особо поможет.
Блин, мой чел попался, конечно. Опять бегать. Блин, тесто, может, нужно поднять, а кто заращивается тоже. Потому что как-то пока непонятно, как от него делать. Так. Как? Вот что с этим делать? Я уже прыгал и уворачивался, и чё, мне типа не подходить к нему? Или типа чё, если я к нему подойду, он делает вот так, я по-любому, да, грибу? Не понимаю. Чё он делает сейчас? Заготовка в фильме, этому я его не учил. И этому я его не учил. О-о-о. Я не знаю, что это, но у меня уже прямо. А-а-а. За мной летит какая-то дверь. Ай. Да хватит пить меня, йоу. Это уйдет когда-нибудь, нет? Серьезно? Что это такое? Что это было, Артур? Ты видел эту магию? Что это такое? Короче. Какая-то хрень летала и не отставала от меня. Первородный чародей Азур. А это где? Под землей находится? Так, что это за замок вообще? Ой, я тут вообще походу нем. Это под землей или где? Локация вулкана. А как туда пройти? Сейчас попробую мага нагнуть. Так, вот он, локация вулкана. Вот тут это место, где ты показал. Вот здесь. Вот. Как сюда пробраться? Рядом замок, ты спрашивал проход. А, вот этот верхний? Да, я тут был. Я помню. Вроде как. Кстати, тут нужно вулкан его поместить. Я кого-то убил, мне обещали что-то дать, какой-то скилл. А, да, эту шляпу тут надо снять уже давно. Вообще, кстати, самая четкая шляпа здесь, это вот эта. Она дает просто этого, блин, не интеллект, называется эта хрень. А, не помню. Так, я хотел. Рядом замок, локация вулкана. Артур, подсказывай и шарю, короче. О! Камея разбойника. Что это такое? Могу спросить. Встретиться с владыкой. Ну погнали, встретимся с владыкой. А что это за камея разбойника? Farewell then. May your visit be fruitful. Ой, это сейчас, наверное, босс какой-то будет, да? Только не говорите, что сейчас будет босс. Ну опять босс, я только на том-то, блин. Да, непонятно, как мне пройти к этому Азуру. Но я тут сейчас босса какого-то затащу. Ой. Ну я понял, короче, я... Что это такое? Что за хрень я взял?
охотник на змей. Наверное, да, дайте угадаю, наверное, с помощью этого охотника на змей надо, короче, убивать этого босса, да? О, меня съел. Сразу же. Ой, что-то он как-то мало снял, я думаю, лопу. Лавы. Я про своего, про свою. После завтра в лаву. Флаг выйдет в лавы, хватит. Это босс вообще лоб. Я просто стою, кастую у него, короче. О, это не я, это не я. Я просто кастую у него один спелл, все. Тут как бы, это не скилл, ничего, да, просто стоишь, стреляешь, да. А он постоянно агрится на мой скилл. Я выложу, блядь, магию. Можно не будет смотреть доставку. Ой, да, я такой, о, блядь, да. Я понял, короче. Просто мне не хватит маны убить. Я понял, вот в чем смысл этого боя, короче. Он настолько толстый, что у тебя просто кончается мана. Блин, ну я хз, ребята. Чё, как его убивать-то? Типа специально нужно вот этим оружием его убить, я только не запомнил, как он назывался. Я вообще маг. Я типа не использую оружие. Вот это мне нравится оружие, называется «Привитый дракон». От коронавируса привился. Чёрная лебадрага, что? Охотник на змей, вот это? И что с ним делать? Вот так вот бить? Серьезно?
У Пики есть магия. Окей, надо разбирать КЗ, да? Вот это? Одень, там будет скилл. Я не... Вот мой скилл, и это не кнопка бумаги. Подожди, может, другую кнопку? Я не знаю, я не вижу магии. Может, она там появится? Вызвал. Так, вот он теперь с этой же мотыгой. Шапки в этой классной. А скилл-то где? И потом одень посох. А, посох? Вот он скилл. Ни хрена себе. Мне не нужен посох, получается. О, опять меня сожрал. Так эта штука, она типа лучше, больше отнимает босса, чем моя магия, так понимаю. Ну вот, не то, что просто больше. Просто по полтора косаря. Вот это вторая фаза, но все равно будет сложно. У меня хоть может маном кончится, но если спать банк ман, это штука все маном не отнимает. Не буду я качать эту мотыгу ради этой змеи. Дрючный. Вон, умри. Умри уже быстрее. Еще типа не лишняя атака есть. Побыстрее. Вперед. Блин, я почти его убил. Так бесит, когда стоит. У меня просто не хватило баночек, короче, с жизнью.
Здесь прикол, что здесь нужно перекачаться, так как мне не нужна мана, а у меня очень много баночек маны. Нужно перераспределить, короче, фляги, сделать вот так вот, хотя бы, не знаю, ставить 7 на 4. Прикольная пика, кстати. Блин, короче, если честно, в Elden Ring мне не нравится магия. Вообще в соус-сериях игр, ну, в соус-серии мне нравится магия. За магом, за магов играть довольно скучно, однообразно, неинтересно. Как ты начало, а? Нравилось? Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Серьезно. Реально странно, что вот это такое? А, это чувак. А чувак, интересно, бьет вообще? Вот, я как-то не особо видел. Он его убил. Нет, это меня, это меня, это меня. Ну что, первая фаза есть? Ну, пожиратель богов. Так, побыстрее. Я... Понял, я, блин, думал, только одной кнопкой должно быть. Так, вот мы дали великую руну, короче. Как ее теперь залили? О,
О, мне кажется, я сейчас стану 112. Накидка глаз. Окей. Чё прокачать? 40 жизни, 25 интеллекта, 20 стойкости, ловкость, мудрость, ловкость. Ловкость я качаю, если чё, для скорости каста уже просто от нечего делать. Так, ну это мне ничего не дало, да? Мне нужно сюда. А, может тут локация откроется? Да, это же локация? Или нет? Время посмотреть, что скинул. Ой, был босс аллигатор, да, помню. Тут после есть проход, да, помню, после аллигатора проход был. Но на самом деле не то чтобы помню. А тут нету, все тут. Эта локация — это все, отсюда нельзя никуда больше пойти. Я смотрю, что-то уже все. Короче, да, вот. Блин, мне кажется, что где-то здесь был проход. А, я помню, где это. Да, смотри, короче, тут. Сейчас тебе покажу. Тут нету, чё тут нету? А, из особняка я понял, где... И чё, в особняке будет проход или нет? Там, наверное, что-нибудь осталось меня дожидаться. А, мне не сюда вообще. Зеленая линия на карте. Сейчас я посмотрю, подожди, только в особняк. Все, ребята, я убил вашего лобика. Defeat is not the end. Our until then. А награды? Отстой. Почему нет награды? О, награды. Спасибо, мне дали жест, спасибо. Фу, это же дверь была. First took at any road, the volcano man. Though we may yet fall, we hunted and with every. У костра посиди, ну вот посидел. Что, время скоротать? А что будет? Настойка забвения. Что это? Зачем она? Как посмотреть? Где она вообще?
Наверное, где-то здесь, да. Блин. Для квеста отстой. Мне вообще это не нравится. Мне бы больше в баночку идти. Так, короче. Сейчас, короче, будешь меня направлять. Смотри, вот здесь был крокодил. Вот тут. А вот здесь вот я спустился вниз. Похоже, не сюда, да? Надо было как-то туда бежать. Или что? Где проход в этот замок? Я его так и не нашел. Вот замок. Но как бы прохода тут ничего-то никак-то нету. Помогай, Артур, как в замок попасть? Тут был бык. А, может быть. Нет, тут была такая, типа, скорпион. Тебе надо назад. Назад это в какую сторону? Вниз, типа, куда я только что шел. Вот сюда, вот где вот этот проход. Да или нет? Бык. Я не знаю, я люблю быка. Сейчас я отойду на одну секундочку. Так, я снова здесь. Бык. Что за бык? Я не убивал никакого быка. Я всего лишь скромный маг, никаких быков не убиваю. Игру. Блин, я не могу сейчас, это очень запарно сейчас посмотреть на ту игру, потому что у меня сейчас стрим идет.
В этом проблема. А, вот зеленый, я вижу, типа, да. Потом вот так вот. Попробуем. Получается. А, вот сюда. Сюда и вот так. А я тут вообще не. Блин, я где? Где я-то? А, я тут. То есть, не сюда. Да, я, ну, я вроде все тут оббегал, где ты мог. Дерево убил снизу маленькое какое-то. Потом зашел там в замок. Замок типа был как будто кем-то захвачен. Тут мужиком с большим мечом, да, я убил тоже. Вниз нельзя. Кого я убивал? Лодочника? Какого лодочника? Нет, не убивал. Я слышал, что кто-то мне говорил, то держитесь подальше от лодочника и все это. То, что я про него знаю. Блин, ну вот типа как туда пойти? Ну и чё? И куда? Блин, я хз. Похоже, не сюда. Лифт, который... Переключение для нас идет налево и развален. Лодочник. Нахрена мне лодочник? Мне нужно получить эту азуру в эту. Короче, убить азуру и получить его магию. Мне вообще на лодочника как бы по боку особо. Блин, как вниз? Вниз, да, надо, короче, я помню. Вот туда вот. И вот туда потом. Но здесь мне не пройти. Может, с другой стороны. Да, мне, короче, вообще надо. Блин, не так надо. О господи.
Так, короче, Артур, скажи, куда мы сейчас телепортимся? Великий подъемник. Сюда, типа, да? Блин, чем я телепортировался в Великий подъемник? Вообще непонятно. Да, сейчас попробую поприйти. Может быть, кстати, уже не сегодня. Потому что уже поздно. Завтра мне надо ехать, а рано менять водительские права. Короче, 8 утра надо приехать. Потом работать весь день. Наверное, сегодня я уже не успею это сделать все. Ладно, спасибо, да, Артур. Да я на самом деле погуглю, просто я, так как я сейчас стримлю, я не хочу тратить время гуглить. Блин, куда вообще пришел? Опять не туда, чуть. Какой, блин, мост? Я нашел последнего босса. Все остальные были реально легкие, кстати. Кроме последнего. Да и последний, если честно, он сложный. Просто он как бы непропорциональный какой-то. Типа урон не получает, а наносит пипец как много. А так-то по механике он не очень сложный. Допустим, секира босс посложнее были. А, я понял, короче, как туда добраться. Да, наверное, босс сюда. А что за прикол, там бабуля сидит и просит тебя постоянно свои пальцы показать ей. С ней тоже, наверное, квест какой-то. Так, вот подъемник, вот я поднялся. Налево сразу же. Сейчас гляну. Вот так, как прошло сказать. Это тоже прошлый скрин. А где настоящий скрин? Лодочник. Так, сюда, сюда. Круг. Да, мне кажется, я много где не был. Спасибо за рисунок. Да, я, короче, тут не был, правда. Вот здесь вот. Тут что у нас? Руины.
Он что, в руинах? Наверное, нельзя. Талисман. Ну. Да, я сейчас просто смотрю тут локацию. Может, потом схожу о костер. О, веточки, кстати, как раз мне не хватает. Фляга. Вот теперь меня на одну флягу больше. Как минимум. Я потом вернусь к этим руинам. Уже не сегодня. О, вот и лодочник. Про этого, да, лодочник? Ни хрена. Прикольно. Фига. Его там след катает. Прикольный лодочник. Корень смерти. А зачем корень смерти? Зов. Тибий. Я не знаю, что это за зов тибий, но... Не знаю, зачем мне нужен корень смерти. Но, наверное, пригодится, да? Так, я понял, короче. Вот он, вулкан. Интересно, как я должен был допереть вообще, что мне нужно куда-то сюда? Ладно, короче, в следующий раз я пойду призыв мертвых. Ладно, разберемся. В следующий раз я пойду куда-нибудь сюда. Попробую заполучить, короче, новые скиллы. Погуглю, где взять новые скиллы вообще. И с помощью этих новых скиллов попробую завалить босса. Все, ладно, пойду я, короче, спать. На сегодня все. Спасибо, что посмотрел. Спасибо за подсказки. Вот. Может быть, как-нибудь постримлю еще попытки убить этого урода, но не сейчас, когда стану сильнее. Давай тебе там удачи. Вот, увидимся, спишемся. Все, до встречи.